С 2023 года Министерством здравоохранения Республики Беларусь в нашей стране были введены изменения в порядок проведения диспансеризации населения. Вот уже полтора месяца система здравоохранения страны, включая Брестский регион, работает по новым правилам. Главный акцент диспансеризации сделан на профилактике заболеваний. Наша задача – выявить факторы риска болезни. Ну и, конечно, если при проведении диспансеризации мы нашли саму болезнь, то, соответственно, выявить болезнь и лечить. Но самое главное – это профилактическая направленность. Диспансеризация позволяет выявить 4 большие группы факторов риска. Факторы риска по болезням органов дыхания, факторы риска по болезням системы кровообращения, факторы риска по онкозаболеваниям и факторы риска по развитию сахарного диабета. При выявлении этих факторов риска мы можем спланировать дальнейшие мероприятия и не допустить развития у пациента тех или иных болезней. Профилактика всегда обходится гораздо дешевле, чем лечение. Чтобы подвести первые промежуточные итоги практического применения новой системы диспансеризации на базе одного из лучших и показательных учреждений здравоохранения 5-й поликлиники Бреста, был организован семинар для медицинских работников области. Постановление о диспансеризации поменялось, довольно прилично поменялось. Наша задача сейчас на, скажем так, лучшем учреждении, наиболее подготовленном учреждении Брестской области представить, как это реализуется здесь. Услышать проблемные вопросы из регионов, ответить на большинство из них, на те вопросы, которые мы не сможем ответить, мы будем думать, как их реализовать. Главный врач Михаил Казинец поделился наработками и алгоритмами, которые используют при проведении диспансеризации специалисты веренного ему медицинского учреждения, а также рассказал о том, насколько облегчает этот процесс информатизация. Наша система автоматизированных рабочих мест позволяет помочь медицинскому персоналу выработать алгоритмы диспансеризации, маршрутизацию, записать пациента, чтобы каждый пациент был учтен. Это, конечно, упрощает работу, и это удобно не только медработникам, но и пациентам, которые пребывают в поликлинике минимальное количество времени и позволяет им удобно логистически передвигаться по поликлинике. С января текущего года в Брестской области диспансерным наблюдением уже охвачено около 14 тысяч лиц в возрасте от 18 до 39 лет и порядка 49 тысяч граждан в возрасте старше 40. К слову, теперь поликлиники должны проводить диспансеризацию белорусов в возрасте от 40 лет и старше каждый год, а население в возрасте от 18 до 39 лет будет проходить медосмотры один раз в 3 года. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.